Уважаемые друзья, коллеги, партнеры, всем привет, на связи Руслан Захаркин, вы на YouTube-канале Захаркин Крипта. Я очень давно не снимал видео про эту компанию, хотя она постоянно мне приносит прибыль в размере от 2 до 8 тысяч долларов в месяц. Что же это такое? Это компания Phenom. И перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой Instagram, на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. А теперь погнали. Сначала будет теория, потом практика. Покажу, как зарегистрироваться, покажу, как проплатить пакеты, как начать зарабатывать, расскажу про токеномику, а потом покажу, как вывести прибыль на своем личном примере. Ну что же, давайте мы быстренько файл посмотрим, инструкция по регистрации оплате, потому что я это уже делал. Проблематично это делать второй раз, третий, пятый, десятый, поэтому давайте так посмотрим. Для начала, конечно же, нужно скачать MetaMask. Если вы не знаете, что это такое, ссылочка будет в описании. У меня есть конкретный ролик регистрации MetaMask от А до Я, потому что мы будем работать на BEP20. Это непосредственно Binance Smart Chain сеть, ну, от Binance биржи, так называемый банан. Надо будет приобрести себе USDT как раз на BEP20. Ну и, конечно же, вам нужно иметь немножечко BNB, это Binance Coin, для оплаты комиссии. Как это сделать, тоже ссылочка будет в описании. Как купить криптовалюту с банковской карты, ну, например, на BestChange. Это все просто. В общем, вы скачали себе кошелек MetaMask по моей инструкции и начали регистрироваться. Ссылочка для регистрации Phenom будет тоже в описании под этим роликом и в закрепленном сообщении. Плюс вы можете взять у меня, нужно соблюдать деловую сетевую этику. Если вы уже в Феноме, вы просто можете сейчас повысить уровень своих финансовых знаний, да, и возможностей. Если у вас еще в Феноме нет, и вы узнали про Феном от меня, то вы можете перейти по вот этой вот реферальной ссылочке в соответствии с деловой сетевой этикой. От кого узнали, там и работаете. Дальше, для новых пользователей вводим логин, email, создаем, подтверждаем пароль, принимаем пользовательское соглашение, сохраняем данные. Если вы уже есть... Да, то здесь нужно нажать на забыл пароль, ввести email, если вы уже были до новой системы в Phenom. И как бы все просто. Дальше что вы делаете? Конечно же, вы заполняете все данные, подключаете MetaMask к сайту. Здесь никаких процедур KYC нет. Нажимаете на значок кошелька в поле «Подключенный кошелек». Все заполняете, все, что нужно. Подписываете кошелек. Все, он теперь непосредственно как ключ ваш для входа как раз на сайт Phenom. Все сделали, привязали кошелек, вы, как говорится, замечательные. Дальше вы можете проплатить пакет. Минимальный 100 долларов, 100 USDT, максимальный 1 миллион USDT. Я вам еще покажу потом непосредственно на сайте, как это происходит, потому что чуть-чуть у нас поменялось. Вот ваш активный баланс, да, и сколько вы всего заработали. Итак, как совершить покупку? Нажимаем на buy, да, выбираем пакет там за 100 долларов или за 1000. 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, в зависимости от того, как вам удобно, как вам комфортно. И нажимаем на купить, по-английски это buy. Дальше buy, да, ну купить. Все, нажимаем. Дальше мы, конечно же, подписываем кошелек, что да, confirm, все хорошо. Мы хотим, самое главное, чтобы у вас были BNB для оплаты комиссии, потому что в сети Binance Smart Chain комиссия оплачивается в BNB, как в битке биткоином, в эфире эфиром, разумеется, а в троне монетами трон. И, конечно же, USDT для того, чтобы оплатить. Вот здесь яркий пример того, как можно купить, и у вас на балансе будет отображаться 100 USDT, да, то, что вы купили как раз пакет за 100 USDT. Поздравляем, вы успешно совершили покупку на платформе Marketplace Web 3.0. Более того, у вас будет уже партнерская ссылка, и вы можете приглашать людей. Если вы не знаете, как настраивать сеть Binance Smart Chain, у меня есть подробная Яндекс.Дзен статья, можете почитать, либо вот посмотреть здесь и настроить кошелечек MetaMask. Вот такая вот история. Дальше, конечно же, хотел бы показать вам небольшую презентацию, да, Phenom Ecosystem, ваш ключ к новой реальности. Я не буду прям все читать, но есть интересная хронология событий, обязательно ознакомьтесь с ней. Конечно же, есть слайд про достижения, более 135 тысяч зарегистрированных пользователей, самые разные мероприятия, плюс 50 мероприятий по всему миру. Я был и в Дубае, и в Москве, вот в Турцию к нам приезжали на Legat Business Forum. Ну, правда, это наше было мероприятие, но все равно Ярослав Гордеев выступал 13-14 августа. Кстати, если кто не знает, у нас в декабре снова будет форум, международный форум инвестиций и IT-технологий в Анталии, Турция, Legat Business Forum. Если вы хотите туда приехать, можно уже приобретать билеты, если вы гости. Если вы хотите стать спонсором, там, допустим, стендов, да, спонсором, спикерские пакеты взять, без проблем, пишите, звоните, я суфаундер форума, мы с вами обязательно договоримся. А мы едем дальше. Международное освещение в СМИ, Yahoo, Forbes, Bloomberg, Investing.com, The London Economics, TechBillion. Это все правда. Web 3.0, экономика без посредников. Никаких процедур KYC, никаких верификаций и так далее, и так далее. Безопасность, децентрализация, гибкость. И никакая биржа уже не сможет нас заблокировать. Вот такие вот дела. Едем дальше. Значит, Phenom, да, что получает пользователь Phenom сегодня? Пассивный доход со стейкинг пакетом в размере 5-12% USDT.
ежемесячно. Партнерская программа. Я вам покажу, как я сейчас на партнерке заработал более $350 за одни сутки. Университет Феном. От 1000 USDT. Marketplace. Продукт. Мониториум, платформа на основе искусственного интеллекта. Примеры получения прибыли от стейкинга. Тоже интересная тема, я вам потом покажу. Значит, если вы на 6 месяцев положите, да, свои SOR монеты, то вы будете получать 5%, если на 9 месяцев закинете 7%, на 12 месяцев 9% и на 24 месяца 12%. Я закинул на 24 месяца, я вам покажу один из аккаунтов, где у меня непосредственно монеты SOR. Вознаграждение Феном выплачивается в токенах SOR. Еще раз говорю, пассивный доход со стейкинг пакетами в размере 5-12% USDT ежемесячно. Есть стейкинг в USDT, а есть стейкинг непосредственно в монетах SOR. Пожалуйста, имейте это в виду. Пример прибыльности стейкинга. $1000 USDT, да, с ежедневным выводом средств. 12 месяцев 1810, 24 месяца 3160. Профит 2160. Если у нас будет 1000 USDT с реинвестированием, то есть то, что вы заработаете, вы скидываете еще раз. 12 месяцев 2189, 24 месяца 7911. Итого профит 6911. Я думаю, что это прикольно, да? Ну и, конечно же, прибыльность пакетов на $10000 с реинвестом и без вы можете посчитать самостоятельно. Это, конечно, сильно. И $100000, да, все это можно. Как это работает? Главные факторы принятия инвестиционных решений. Прибыль, гибкость, безопасность. Экосистема, трейдинг токенами SOR, комьюнити. Это все плюсуется и равно прибыль. Стейкинг пакета равно гибкость. И, конечно же, компания стремится объединить 1 миллиард пользователей. И равно это тогда будет безопасность. Вот это будет сильно. Значит, партнерская программа подкреплена смарт-контрактом. 55% выплат по реферальной программе. Стейкинг USDT. Мгновенный вывод USDT. Бонус за ранг. Можно сказать, до $4,616,000. Стейкинг SOR. Вот так вот. Ваши первые $5000. Личный объем 2000. Командный объем 40 тысяч, 3 активные линии, вот так вот. Директор группы. Объем $180000 плюс, активные линии 5, доход 43 тысячи, неплохо, правда? Национальный директор, это мы уже по рангам идем. Объем 720к, активные линии 5, доход 170 тысяч. Старший амбассадор, разумеется, 10 миллионов объем, активные линии 7, доход 1 миллион плюс. Вот такой вот феном у нас. Так что такие вот дела. Как говорится, присоединяйтесь сегодня, если хотите иметь возможность заработка. Я здесь анализирую только свой личный опыт. Есть возможности, есть риск, гарантии полностью отсутствуют. Но возможности я вижу потенциально больше, нежели чем рисков. Вот такие вот дела. А теперь я думаю, что, знаете, я не буду показывать вам какую-то инструкцию такую. Я вам покажу уже на личном примере. И, конечно же, есть расчет стейкинга, да. Допустим, если вы купите пакет, ну, там, за 5000, да, ну давайте за $1000, да, вот сколько у вас будет. Обратите внимание, 6 месяцев, 9 месяцев, 12, 24. И вот такой вот может быть доход за $1000, но именно в монетах SOR. Так, а если вы, допустим, на 5000 купите, здесь уже будет совершенно другая доходность. Обратите внимание, это вкусно, это сильно, это полезно. И это, безусловно, ну скажем так, мотивирует тебя заниматься всем этим. Поэтому, дорогие друзья, я вам еще кое-что покажу, для того, чтобы у вас было понимание. Я тут одну фотографию нашел замечательную. Так, сейчас я чуть-чуть отойду от себя. Значит, стейкинг, два варианта. Сроки и проценты, как я уже говорил, да, они одинаковы в обоих случаях. Можно USDT стейкинг делать, можно SOR стейкинг делать на примере $1000, да. Вот, обратите внимание, 6 месяцев 5%, 9 месяцев 7%, 12 месяцев 9% и 24 месяца 12%. Вот. И если мы закидываем $1000... В том же самом SOR стейкинге, да, 24 месяца мы получаем доход за 1 месяц 120 SOR, за 12 месяцев, если мы кидаем в месяц 90 SOR, 9 месяцев это 70 SOR в месяц, и 6 месяцев это 50 SOR в месяц. SOR это монета, так она называется. Ну, собственно говоря, все показал, все рассказал, теперь я предлагаю вам отправиться непосредственно, нет, не в мой ВКонтакте, хотя тут музыку слушал. Давайте мы посмотрим вот эту вот тему. Вот так выглядит стартовая страница, да, когда вы будете регистрироваться в WebFenom, да, web3nom.com, и, разумеется, здесь есть русскоязычная история. Значит, сразу вам покажу, что на этом кошельке конкретно у меня примерно 402 USDT, вот, да,
и они здесь увеличатся, потому что я буду выводить прибыль. Так вот, дорогие мои друзья, коллеги и партнеры, вот у меня структура, почти что 6 тысяч человек, ну, понятное дело, в первой линии у меня примерно 1500 человек, это полная структура, есть групповые объемы, объемы основных веток, боковой объем, там личный объем, но я что-то не показываю, да, есть активные бонусы и есть общее количество бонусов. Общее количество бонусов тоже не буду показывать, чтобы вы там в обморок не упали. Но тем не менее, да, получается зарабатывать. Вот она, партнерская реферальная ссылка наверху. Как только у вас будет один активный пакет, вы уже сможете что-то делать. Да, можете делиться ссылкой. Вот кошелечек мой, да, подключенный баланс сразу показывает. В общем, все нормально. Мой личный кабинет без проблем, да. Здесь мои данные туда-сюда, 5-10, никаких проблем в этом нет. Мы возвращаемся с вами на главную страницу. И по факту мы двигаемся только по вертикальному меню. Слева, вот то, что сверху вниз. Сейчас я вниз, опа, покажу вам новые участники. Я могу написать любому новому участнику, просто нажать на написать без проблем. И здесь пакеты, USDT пакет, да, и, конечно же, SOR пакет. Вот, видите, и мы можем покупать. Понятное дело, что минималка это 101 USDT, да, здесь именно в USDT пакетах 100 USDT. Допустим, вы хотите взять SOR пакет, и, конечно же, рекомендация всем брать именно SOR пакет, ввиду того, что, ну, это вкусно. Ура, заработало, да, в одном из чатов у нас написано, у нас очень много лидеров. Почему стоит брать именно в токене сейчас, да, стоимость токена будет повышаться каждую неделю еще до листинга на бирже. Следующее повышение 7 сентября 2022 года. До выхода на биржу уже можно заработать 100%. Каким макаром? Объясняю. Сейчас стоимость 0.1 доллар, да, за монету SOR, а листинг будет по 0.2. Вся сумма купленного пакета токенов ставится на стейкинг на любой период по вашему выбору. От 6 месяцев до 24, и будете получать доходность от 5 до 12% в месяц, соответственно. Всю начальную инвестиционную сумму вы получите в токенах назад по истечению периода стейкирования. Ну и у вас будет большая сумма незаблокированных токенов SOR, что уже круто, и можете делать с ними все, что угодно. И причем ежедневный прирост. Используя активный маркетинг, можно заработать значительно больше денежных средств. Деньги должны работать на вас, и я с этой, как бы, да, историей полностью согласен. Поэтому, допустим, вы хотите купить там за 2,5 тысячи долларов, нажимаете на купить, и самое главное, чтобы у вас было достаточное количество USDT и BNB для оплаты комиссии. Нажимаете купить и покупаете спокойно. Все, я вас поздравляю, вы большие молодцы. Никаких проблем в этом не вижу. Давайте еще раз страницу перезагружу. Сейчас мы быстренько зайдем, и я вам покажу, что здесь происходит, да. Пойдем сейчас по меню как раз вот этому. Видите, я нажал вот на вот эти три полоски, и что здесь у нас происходит? Раздел стейкирования. Давайте я вам покажу стейкинг. Вот, можно USDT стейкинг и SOR стейкинг выбрать. Вот, допустим, USDT. Я здесь ничего не делал, но ваше меню будет здесь. Что у вас есть? Застейкировано токенов. SOR 438, потому что у меня seed round. Я вам потом покажу, что это такое. Доход от стейкирования пока что у меня нет в USDT, да, у меня именно доход от стейкирования в SOR, потому что USDT я не использую, а вот именно в SOR у меня есть. Вот, токенов seed round, это то, что было еще в старых кабинетах, помните, когда был ребрендинг. Ну, для новичков это не имеет значения, а как вот для старичков, да, для нас, это у нас токены seed round, они разблокируются с определенным промежутком, ну, с определенным промежутком времени, я вам потом расскажу. И дата следующей разблокировки у меня 25 сентября, у меня вот первый раз была уже разблокировка в августе, да, 26 августа. И вот сейчас следующая будет 25 сентября. Вот у меня сколько залочено, да, токенов seed round, потому что есть seed round, private round и уже конкретная продажа на бирже PancakeSwap и на других биржах, на которых планирует как раз непосредственно Phenom. Но основная это будет децентрализованная Pancake. Так вот, мы нажимаем на SOR. 6 месяцев 5%, как я говорил, 9 месяцев 7%, 12 месяцев 9% и 24 месяца. Я на 24 месяца, на 2 года закинул, сколько у меня было, именно, да, 1% от вот этой вот суммы, от 43 с копейками. И вот эти вот средства я закинул, и уже доход у меня 7 монет SOR. Вот, я просто нажал на стейкирование и подтвердил, да, через MetaMask, потому что монеты-то они находятся здесь, на MetaMask, просто я не могу ими полностью пользоваться. Вот, пожалуйста, да, потому что они заморожены сейчас, это называется лог-период. Вот такие вот дела. Теперь немножко объясню, какие здесь, да, сроки по, ну, вот этим залогам, почему так и так далее, и так далее. Для того, чтобы, ну, в принципе, все не слили, да, не слили в первую очередь. Есть вот такая вот четкая токеномика, давайте посмотрим. Максимальное предложение, total supply, да, это 1 миллиард монет SOR. 30% move to earn, да, ну, делай действие и зарабатывай, 28,2% это ecosystem staking, 15% это как раз seed round, и у нас будет разлог 36 месяцев. Первый год по 1%, второй год по 2%, третий год по 5-34% в месяц. А private разлог, кто сейчас будет покупать пакеты, намного быстрее будет разлог, понимаете? Это private round, и лучше, конечно, на нем покупать.
Первый год по 4% в месяц, второй год 4,34% в месяц. 7,2 Binance Launchpad, 7,8 Team, 1,8 Advisors. Вот такая вот история. Ну и стейкинг, в принципе, все понятно, да? Вот декабрь, запуск своего собственного стейблкоина. В сентябре планируется запуск приложения Time Resource. Ну, если будут какие-то передвижения, это нормально, потому что срок невозможно сделать день в день, потому что много может быть накладок. Но, тем не менее, Benjamin Wallet, вот, да, это криптокошелек свой децентрализованный, ноябрь. И 23-й год, Phenom Chain, Multichain, BNB Chain, Solana, Ethereum, Launchpad, Messenger. Есть определенные положения, которые сейчас команда продвигает и хочет сделать срок в срок. И это здорово. То есть Ярослав Гордеев из такой задницы выбрался, продал все свое имущество для того, чтобы компания не скоманула, чтобы он продолжал работать. Это просто топ. Ну, надеюсь, я вам объяснил, да, и можно кинуть на стейкинг. Нажимаем просто, если у вас есть свободные монеты SOR, стейкирование, выбираем там 6, 9, 12 или 24 месяца, нажимаем на стейкирование, все, вы сделали, вы молодцы. Вот так вот это и надо делать. То есть, да, допустим, там на 6 месяцев можно, да, застейкать все токены, да, нажимаем и нажимаем на продолжить. Просто у меня сейчас монет нет. А вы можете это сделать так. Ну, грубо говоря, вот я могу нажать на получить доход. Видите, у меня 7 монет SOR, и мне монеты вернутся. Но я сейчас не хочу этого делать. Также можно сделать реинвест, и к этой сумме у меня просто прибавится. Ну, собственно, показал то, что хотел. Дальше, дамы и господа, куда мы пойдем? Мы пойдем с вами непосредственно в структуру, да. Хотел бы вам показать немножко, как это все выглядит. Вот она структура, да, но личные данные, окей, палить не буду. Именно так это все и происходит. Сообщение, я могу отправить сообщение всем и каждому, смотрите. Отправленные сообщения, да, они у меня уже есть. Как здесь создать сообщение, рассылку? Вот, получатели, всей структуре, лично приглашенным наставнику выбрать. Ну, давайте всей структуре. Коллеги. Сейчас напишу. Пришло время поработать. Давайте что-нибудь напишем. Уважаемые друзья, на связи Руслан Захаркин. Кто хочет узнать, как зарабатывать больше Phenom, пишите в личку здесь или в телегу. Ну, потому что многим нужно объяснять. Многие люди не знают, как здесь двигаться. Всем добра. Всем добра и хороших доходов. Все, нажимаем. И всем просто, смотрите, всем сейчас все это придет. Вот это красота. Вот, смотрите. Пока что еще, видите, действие, да, не прочитано. Все не прочли, но тем не менее, именно так это все и происходит. Именно так. То есть отправлены сообщения. Сколько я отправил, да? О, всем все отправлено, 100% получили, но еще не все прочитали. Вот, поэтому будем ждать. Но это, конечно, было красиво. Итак, что еще хотел показать вам? Есть новости, есть центр поддержки. Как бы здесь это все можно читать, это все можно смотреть. Телеграм, сразу соцсети. Конечно же, все ссылки будут в описании. Обязательно смотрите. А сейчас мы с вами, вот раздел кошельки есть. Пожалуйста, есть определенные бонусы. Сколько я получил, да? Буквально там за один день. 2 сентября мне более 350 баксов прилетело. Это здорово. Это прям очень здорово. И вот здесь все как бы, да, происходит. Вот здесь. Мы можем открывать самые разные страницы и видеть, что бабки приходят. Приходят по 2 доллара, по 5, по 10, по 30, бывает по 50, по 40. Вот видите, 100 баксов вот прилетело. Ну красота, просто красота. А как это все вывести? Нам нужно нажать на кабинет. И мы будем выводить. Кошелек MetaMask у вас должен быть подключен. Я не просто так сказал, что у меня, вот видите, 402 USDT здесь. Мы нажимаем на получить. Сейчас мы будем выводить все до копейки. И дальше здесь внизу есть фишка получить. Смотрите, видите, мы сейчас будем нажимать на нее. Получить. Смотрите, какая фишка. В правом нижнем углу будет написана вот эта история, типа получить. Поэтому мне придется сейчас камеру выключить для того, чтобы я смог дальше продолжить. Ну вот и все, смотрите. Нажимаю на получить. Бац. Сейчас я все смогу подтвердить, и дальше мы уже будем спокойненько движнячить. Не обязательно здесь делать в России там, или в СНГ какие-то там VPN, и Phenom на данный момент нормально работает. Если какие-то будут проблемы, ну ничего страшного, как бы, да, мы просто с VPN все сделаем, и все, и дальше будем екамон-камонить. Смотрите, небольшая будет комиссия, чтобы подтвердить, да, в BNB, но это копейки. MetaMask у меня спрашивает, могу? Я нажимаю на подтвердить. Ну и все. Нам нужно ждать. Видите, правый нижний угол. Получите вот такая вот
загрузочка идет. Ваш бонус готов к получению. Нажмите кнопку «Получить», и все будет хорошо. Окей, давайте подождем. Я думаю, что бонус быстро придет, потому что нет никаких проблем. Сейчас идет обработка, так что бабосики придут. Как говорится, я снова здесь, я снова с камерой. Давайте посмотрим, может быть, что-то уже пришло. У меня было 402 доллара, а сейчас... О, пожалуйста, видите, мне все пришло. 774. Мы можем, в принципе, проверить, да? Знаете где? Мы можем проверить непосредственно на Binance Smart Chain Scan. Бабки-то идут. Так, смотреть счет в проводнике. Ну, окей. Где деньги, как говорится? Так, мы переводим на английский. Интернал смотрим. Нет, не здесь. Вот, BEP 20 токен. Вот, пожалуйста, 372 доллара 70 центов мне пришло. Значит, компания Phenom платит. Никаких проблем вывести партнерку нет. Ждем листинга на бирже Pancake. Конечно же, ждем разлоков. Если вы хотите начать уже здесь зарабатывать, нужно качать партнерку. Но перед этим нужно взять любой пакет. Либо в USDT, либо в SOR. Лучше, конечно же, в SOR. Непосредственно, послушайте, непосредственно. От 100 USDT. Это минималка. Максималка 1 миллион USDT. Кто-то берет на 500, там, допустим, долларов, кто-то берет на 1000, кто-то на 2,5, на 5, на 10. Но в основном люди берут от 2,5 до 10 тысяч долларов. Ну и, конечно же, в следующих роликах я уже вам покажу, как можно зарабатывать на партнерке. Потому что здесь маркетинговая программа именно по процентам. Она вкусная. С каждого пакета вы будете получать денежные средства. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. Подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И давайте с вами вместе подумаем, как мы с вами здесь будем зарабатывать именно большие деньги, как мы будем строить с вами большие партнерские структуры, кто из вас поедет на Bootcamp, потому что в октябре, в конце октября 2022 года в Анталии будет мероприятие от Phenom именно офлайн. Можно его проплатить, либо выполнить определенные условия и поехать туда за счет компании. А потом уже в декабре я снова приглашу Ярослава Гордеева, CEO компании Phenom, на Legat Business Forum 2. В первый раз он выступал, просто выступал, но он произвел фурор. И сейчас буду очень рад, если Ярослав Гордеев вместе с командой уже возьмут большой стенд, будут работать с людьми на стенде и, конечно же, выступления. Вот такие вот дела. Собственно, есть возможности, есть риски. Гарантии никто никогда вам давать не будет. Здесь только про определенные возможности и про определенные риски. Конечно же, нужно думать головой. Кредиты, машины, последние денежные средства продавать, вкидывать сюда не надо. Только свободный капитал. Удобно на 100 баксов, заходите. Удобно на 1000 долларов, заходите. Удобно на 100 тысяч долларов, пожалуйста, без проблем. Но если у вас 1 доллар в кармане, вы сначала свою жизнь поправьте, а потом уже заходите в Phenom. Но это здравый смысл. Добра, тепла, энергия. На связи был Руслан Захаркин. Ну что же, давайте движнячить. И этот доход за один день. 370 баксов с копейками. Если вы получаете по 1000 долларов в день, мне вас нечему учить. Но если вы получаете 10 баксов в день, а мне вот так вот только с одного проекта пассив прилетел и актив, да, 372 доллара, ну тогда нам есть о чем поговорить, пишите в личку. Никакого бахвальства, никакого хвастовства, ни в коем случае. Нам надо двигаться вместе для того, чтобы зарабатывать больше. Заработает структура, заработаю я. У нас здесь все понятно, как бы прозрачная процедура именно мотивации. Если вы хотите денег, если вы такой же жадный, как и я, давайте работать, но умеренно жадный. Пока.